Всем привет! Сегодня хочу показать, как я играю на гармошке песню «Луч солнца золотого». Полное исполнение песни можете найти на моем канале, сегодня только разбор. Песня состоит из куплета и припева, и небольшой связочки между куплетом и припевом. Каждую из них отдельно покажу. Покажу сначала левую руку, потом правую. Перед тем, как показывать, хотел бы показать один хитрый аккорд, который используется. Может быть, не все про него знают. Это аккорд ЕМ. То есть, как у нас обычно аккорды на гармошке, это бас и соответствующий ему аккорд играется, да? Находится вертикально относительно друг друга. А ЕМ, он играется на самом деле от баса аккорда Е7, но вместо аккорда Е7 мы цепляем бас аккорда G. То есть вот так он звучит. Поэтому следите за тем, когда я буду играть левую руку. Там этот аккорд регулярно будет в этой песне встречаться. Итак, поехали. Начнем с куплета. Луч солнца золотого. Вот он, ЕМ. Туч скрыла пелена. Снова опять ем. Вдруг выросла стена. Вот он связочка между куплетом и припевом. Ла-ла-лай, ла-ла-лай. Еще разок. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. И теперь припев. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора не на нас наедет. Если мы ходим, солнце взойдет. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, солнце взойдет. Вот. Теперь это, собственно, все. Теперь правая рука. Правая рука. Играем в основном как? Играем в куплете аккордами полными по три кнопки и делаем между ними связки в виде отдельных ноток. А в припеве у нас в основном двойные кнопки используются. Ну, сейчас по ходу дела и разберемся. Начинаем вот с этого аккорда, с аккорда С. Луч солнца золотого. Этот аккорд мы просто его переносим, да? По змейке вниз. АМ. Тьмы луч скрыла пелена. И между нами снова вдруг выросла стена. И семь. Связка ла. Припев. Играем две верхние нотки аккорда С. Тум. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Тум. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Тум. Ночь пройдет, пройдет, пора не нас. То есть солнце зайдет первый раз, мы приземляемся сюда. Солнце зайдет. АМ. Понту.
все вместе играем. Начинать эту песню рекомендую, собственно, с этого же проигрыша между куплетом и припевом. То есть, чтобы начать петь не сразу, а подготовить зрителя. То есть, прямо с этого проигрыша начинаем. На этом все. Большое спасибо. Удачного подбора и удовольствия от этой песни. Пока.